Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Чеснок относится к таким культурам, которые принято сажать под зиму. Однако, важно отличать сорта этого растения. Есть яровые и озимые разновидности. Соответственно, озимые традиционно сажают в сентябре-октябре, а убирают в середине будущего лета. Яровые сажают весной и собирают осенью. Осенняя посадка чеснока опосредована погодными условиями, но лучшими для нее календарными сроками считается период с сентября по октябрь, но не позднее, чем за полмесяца до наступления заморозков, чтобы успела сформироваться корневая система саженцев, но не наземная часть, напрасно отвлекающая будущие вегетативные силы этого овоща. Лучшие показатели прохладной температуры для его посадки – 10-12 теплых градусов, можно и ниже, но сажать зубчики чеснока в мерзлую землю категорически запрещается. Рекомендуем оптимальные региональные сроки посадки озимых сортов чеснока. Итак, средняя полоса, Подмосковье, конец сентября до второй половины октября, северные регионы, Урал и Сибирь, вторая половина сентября до второй половины октября, если позволит климатическая обстановка, южные регионы и Крым, конец октября по ноябрь. По старинным народным приметам, до покрова или после покрова. Итак, осенняя посадка чеснока связана с климатическим поясом, соответствующей погодой и сортовым предпочтением самого огородника. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!